Сегодня у нас необычный день, у нас обычных дней вообще не бывает. Сегодня наш босс Вова Грек решил устроить день открытых дверей. Это значит, что каждый может зайти сюда и увидеть все, что захочет. Кроме того, нас ожидает с вами рождение, вот буквально на этой сцене, новой супергруппы, понимаете? Рождение звезд. Кто это будет, я еще не знаю. Их имена содержатся в тайне, как и репертуар. Но я знаю точно, что название уже выбрано. Название группы будет «Позолота». Это название придумала, только размышляла и придумала не кто-нибудь, а сама Ирина Аллегрова. Встречаем! Нелегко быть умной и красивой. Судьба не очень любит нас таких. По нам вздыхают издали мужчины, но женятся зачем-то на других. Держаться в форме тонкая наука, но солнце невозможно спрятать в тень. Какой же надо быть, однако, умной, чтоб глупою казаться каждый день. Трудно, но зато не скучно. Хотя подруги в гости не зовут. Ведь бродит муж подруги словно туча, и кошки на душе его скребут. Ах, принцы, 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 куда-то мимо скачут на коне. И, видимо, придется к ним спуститься, раз тяжело подняться им ко мне. Судьба не очень любит нас таким, а нам вздыхают издали мужчины, а женятся зачем-то на других.